Четыре кольца порадуют россиян несколькими новинками, и первой станет бескомпромиссное семейство RS3. Напомним, что RS-ка умудрилась сохранить знаменитую надувную рядную пятерку, но сменила идеологии полного привода. Вместо межосевого дифференциала появились бортовые фрикционы на задних колесах. На каждое колесо электроника может перебросить до 100% крутящего момента, таким образом управляя вектором тяги. Благодаря новой трансмиссии Audi даже обучилась дрифтовать. Вдобавок новинка оказалась быстрее предшественницы, так как при разгоне до сотни выезжает из 4 секунд. Затем, в конце первого – начале второго квартала, на рынок выйдут RS-модификации кроссовера Q3, что также заполучили 4-сильную турбопятерку. По сравнению с обычными Q3, заряженная модель отличается заниженной на 10 мм подвеской и настолько же расширенной колеей. И, наконец, в третьем квартале до России доберется обновленный флагманский седан Audi A8. От дореформенной машины новинку легче всего опознать по оформлению передка, ведь фары изменили форму и содержание. На смену светодиодной матрице пришли подвижные микрозеркала, способные менять форму светового пучка. Задние фонари обзавелись начинкой из органических светодиодов, что умеют включать предельную яркость, если другой участник движения подъедет сзади слишком близко.